Уникальный народный телевизионный конкурс «У меня есть». «Голос» набирает высоту. Три финалиста второго отборочного тура определены жюри. Четвертого претендента на победу 26 января в прямом эфире краевого телеканала «Свое ТВ» выберут телезрители. Только улыбайся, улыбайся, повыки, далеки, узлы, вода. В пятницу в 20:00. В прямом эфире второй отборочный тур талант-шоу «У меня есть голос». Весной 2018-го все решает твой голос. Голосуй за своего. Друзья, а я напоминаю, что в эфире краевой телекомпании «Свое ТВ» каждую пятницу уникальный проект «У меня есть голос». Голос есть не только у тех, кто решил принять участие в творческом конкурсе, но и у вас, тех, кто может повлиять на ход голосования. Друзья, два отборочных этапа уже позади. В эту пятницу в эфире «Своего ТВ» участники из Буденновска. И сегодня в полдне мы раскроем небольшой секрет. В гости мы пригласили замечательную девушку Алину Мазепа из Буденновска, участницу проекта. Члены строгого жюри не отдали за нее голос, но вы можете поддержать Алину уже в эту пятницу. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Просто потрясающе. Правда. Алина, почему вы решили принять участие в проекте? Это огромный опыт. Вот. И когда ты выходишь, ты даришь свои эмоции людям, показываешь, что ты чувствуешь через песни, показываешь всем, что есть голос, что каждый может делать то, что он хочет делать. Угу. Вот. И поэтому, да, я решила все-таки. Я не решилась бы, потому что, если честно, голоса у меня нет. У меня есть слух, но не голос. У вас, я чувствую, голос прям даже когда вы разговариваете, очень красивый. Вы с детства поете? Да. Вот было такое, что все соберутся в отдельной комнате, все кушают. А Алина у бабушки такое зеркало в спальне. Я всегда стояла, был микрофон нерабочий. Но я брала микрофон, и я прям пела, что-то себе выдумывала, какой-то вообще язык непонятный. Вот, и стояла, пела. Кто-нибудь пройдет, я только тихо замолчу. То есть я стеснялась вообще очень сильно, но выйти на сцену – это была моя мечта с детства. Вот, и она осуществилась. И она осуществилась, я думаю, и не раз. И не раз, да. Вот в вокальном плане достижения у вас уже есть какие-нибудь? Может быть, победитель вы каких-нибудь фестивалей, конкурсов? Нет, такой конкурс был для меня впервые на таком уровне краевом. Я выступала только в колледже, и только там у меня было первое место за именно вокальные данные. В планах на будущее, что вот именно по этой стезе хотите пойти? Да, скорее всего, да, я думаю об этом, хочу связать свою жизнь с тем, что мне нравится. На данном этапе жизни мне нравится музыка, мне нравится слушать музыку, петь, вот, и ходить на именно уроки вокала, когда меня исправляют, говорят, как надо, вот, огромное спасибо, кстати, моей наставнице Марине Георгиевне Григорианс. Вот, отличный преподаватель. Вот. Угу. Алина, вы сама из Буденновска, правильно? Буденновска, да. Давайте вспомним минувшую субботу. Это была же в субботу, насколько да. Или в воскресенье. Да. Минувшую субботу вспомню. Каково это было? Вот вышли вы на сцену в Буденновске, а там 140 с чем-то еще участников. Да. Чувствовали ли вы какую-то конкуренцию? И успели ли вы за этот день сдружиться с остальными участниками проекта или нет? И вообще, что испытывали? Какое чувство было? Ну, я когда шла туда, я шла не одна. Я шла со своими друзьями. И мы вместе ходим в «Октаву», в детском доме творчества. И мы когда туда шли, мы такие, у нас все получится, все будет хорошо, без волнения, вот, налегке, с улыбками на лицах. А когда мы встретились все буденновские за кулисами, мы все, у нас такие глаза, что куда, очень страшно, еще останавливали. Ну, это понятно, потому что так много участников, и было невозможно всех дослушать до конца, потому что очень долгое, правда, было это все. Вот. И очень сильное волнение, но понимая, что для тебя это будет плюс, потому что ты выступишь, и ты сам для себя что-то новое сделаешь. И потом, конечно, когда ты выходишь на сцену, уже все.
уже все отбивается, ты стоишь уверенный в себе, да, как во сне, на автомате все делаешь, то, что ты можешь делать. И вот так получается все. Алина, что вам сказали члены жюри? Жюри, конечно, строгое. Ничего. Ничего не сказали, просто прослушали, да. И вы ушли. Так получилось, что, Алина, насколько я знаю, вы членами жюри не были выбраны для участия там. Нет. Дальше. Я уверена, я видела ваше выступление, когда у нас в службе монтажа монтировали. И я хочу сказать, что это было потрясающе. Меня это очень впечатлило. И я думаю, за вас проголосует не один, а очень-очень много жителей Ставропольского края. Потому что именно голос наших земляков с вами, Алина, решающий. Хотелось бы попросить у вас, Алина, чтобы вы нам что-нибудь исполнили. Может быть, ту самую песню, которой вы выступали в Буденновске? Не знаю, может быть, какую-нибудь другую. Можно и другую. Любую. Вот что вашей душе угодно. Ладненько. Это будет акапелла. Давайте. Наверное, да. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow, let's sweat my roast. I breathe in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Ничего себе. Спасибо. Это было очень сильно, если честно. Вы заметили. Я вам сейчас пыталась подпевать. У меня так не получается. Спасибо вам большое. Это здорово. Я поаплодирую. Спасибо большое. Я желаю вам удачи. Я желаю вам победы. Сколько вам лет, Алин, если не секрет? 17 полных. 17 полных. Я желаю дальнейшего вам развития, потому что впереди еще очень-очень много лет. Спасибо. И вы, я думаю, всего достигнете, чего бы вам хотелось. И это я не только я вам желаю, но и еще. Наш партнер, компания, вот такой замечательный букет от нашего спасибо партнера для большое вас. Букет, бери. Спасибо. Спасибо вам большое. Большое вам. Давайте тоже вас поцелую. Удачи вам, удачи дальнейшего. Спасибо. Уникальный народный телевизионный конкурс «У меня есть». «Голос» набирает высоту. Три финалиста второго отборочного тура определены жюри. Четвертого претендента на победу 26 января в прямом эфире краевого телеканала «Свое ТВ» выберут телезрители. Только улыбайся, улыбайся, повыки, в пятницу в 20:00. В прямом эфире второй отборочный тур талант-шоу «У меня есть голос». Весной 2018-го все решает твой голос. Голосуй за своего.